Один из старых вариантов наработки точности и скорости – это использование мыльных пузырей. В частности, например, три раунда. В первом раунде мы работаем атаку ножом. Обязательно перемещаемся. Место имеет. Второй раунд. Мы работаем с пустую руку. Это могут быть толчки, удары, прихваты. Рука с ножом у нас готова. И опять же, все время двигаемся, не стоим на месте. Ну и третий раунд мы совмещаем две руки. То есть, допустим, удар, укол, либо прихват, укол. Ну и классический вариант работы на скорость и выносливость.